Всем привет! У меня что-то последние влоги постоянно начинаются в машине, не знаю. В общем, я очень сильно проголодалась, и мне захотелось конкретно окрошки. Именно окрошки. Вот ничего другого мне не хотелось. Поэтому я побежала, взяла машину, и сейчас поеду. У нас там есть супермаркет Рост, и там есть такая типа кафе-столовая. И я видела там окрошку. Я буду есть окрошку! Ура! Вообще, это еще рано есть окрошку. Обычно мы ее летом как-то едим чаще. Но я буду сегодня есть окрошку. Фух, я поела, я такая довольная, такая счастливая, там так было много людей, что как-то я еле в очереди там пролезла, в общем, было не до камеры, поэтому вы увидели только кусочек того, как я ложкой глотаю быстрее, как будто у меня сейчас оберут эту окрошку. В общем, теперь сейчас я поеду в Куленичах, выпью маленький кофе с молоком и поеду к дедушке, потому что мне к нему на 3, а сейчас где-то без 20, что ли, 3. Покажи, какая ты красивая. О, так, да. Ну, и шо, и все, Муся. В общем, побыла я уже у дедушки, приехала я за Ренатом. Он сейчас в спортзале, жду его. Ему позвонили и сказали, что его телефон Samsung уже готов. Он его отдавал в ремонт, и ремонт занял 2 месяца, на минуточку, просто 2 месяца. У него перестала работать вибрация на звонке, вот меняли боковые 2 кнопки. Это Samsung Galaxy A3 16 года. Телефон еще на гарантии, поменяли это все по гарантии. Ну, единственное, что только 2 месяца. Поедем посмотрим, что там, как сделали, не сделали. Наконец-таки вернется к нему телефон. В общем, не забрали мы его телефон, потому что мастер все делал через одно место. Он его плохо проклеил уже во второй раз, между прочим. В общем, я там не снимала, потому что Ренат там начал кипишевать и кричать, и мне было страшно достать камеру, поэтому так на словах расскажу. Не знаю, сказали, теперь в понедельник придете, заберете телефон. Ну, посмотрим, получится, не получится его забрать, и посмотрим, как будет приклеена задняя крышка, потому что в тот раз, когда его забирали, задняя крышка отходила, теперь отходит передняя крышка, они говорят, ну что ж, мы же его расклеивали, типа, что ж поделаешь, так оно и, типа, и будет, типа, собрать его нельзя. В общем, люди, не бейте, не ломайте телефоны и вообще не носите их в сервисы. Если что-то сломалось, выкидывайте и покупайте там, на что хватает, ну, просто в сервисы носить вообще телефоны не надо. Уже нервы свои измотайте. Да, потому что уже даже не я один раз сталкивалась с сервисами, HTC One мне там расклеивали, не доклеили, потом в итоге у меня в один прекрасный день HTC сделал вот так вот наверх, я скидывала в Инстаграме свою фотографию, как у меня, что у меня случилось с HTC после ремонта, поэтому лучше в ремонты не носите. В общем, мы, конечно, не забрали наш телефон, но мы не расстраиваемся и приехали посмотреть новый фильм «Красавица и чудовище». Вчера была премьера, сегодня не вчера, но мы все равно приехали, потому что очень хотелось посмотреть уже его давненько. Ждали мы его, в общем, очень сильно. И очки заранее нашли даже. Да, я не знаю, выдают там или нет, но мы взяли очки на всякий случай, одни только нашли. Вторые что-то где-то потерялись в безднах комнаты. В общем, мы пошли, а то у нас уже сеанс начинается, а еще надо обязательно купить попкорна и пепси. Вышли мы уже с кино, в общем, фильм вообще бомба, такой классный, прям реально как вот мультик.
потому что и все песни были, и все танцы, реально просто мир детства, вот эти диснеевские сказки в детстве смотрели, вообще именно классный такой, я бы посмотрела еще 10 раз, я не знаю, и пересмотрела бы, наверное, еще мультик. Вот, тебе понравилось? Да, очень прикольный фильм, всем советую, посмотрите. Ну, постоянно жалко этого, чьё-то чудовище, но в конце все хорошо закончилось. В общем, да, обязательно сходите. Те, кто сомневается, думает, обязательно посетите. Мы уже вышли, хотели записать еще, как выходили с кинотеатра, но уже везде свет повыключали, и у нас уже еще нет часа ночи, а почему-то свет уже выключили, мы сидим тут перед фарами машины. В общем, сейчас поедем, попьем кофеек и домой. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео. До следующих видео. Пока-пока!